Всем привет! И сегодня я покажу, как правильно строить пушку упрощенно в игре Milan Playground. Да, человечек? Интересно, он лайк поставил? Что будет с вами, если с вами не поставит лайк? Это он так сказал. А я сказал, что будет с вами, если вы не поставите лайк? Шутка. Ну что ж, давайте начнем. Нам для начала нужна маленькая балка. Ее достать очень сильно легко. Вот она. Шортсбалка называется, или шортбалка. Ну, то есть маленькая балка. Ее нужно вот так вот зафризить. И два раза по ней кликнуть. И вот команда фриз. Все, она застыла. Вот, я не на паузе. Ну и дальше, что нам нужно? Дальше нам нужен огромный такой вот куб. Вот он, металлический. Ну, металлический, потому что он не разобьется никак. Его тоже мы так замораживаем, фриз. Ну и считай, наша пушка как бы и готова. Вот. Мы сюда ложим вот такой снаряд. Ой. Вот, вот так вот. Боком. А дальше, чем мы будем стрелять? Я советую вот эти вот. Где он тут есть? Вот такая вот гиря. Опа. И вот, она летит. Можно, конечно, еще сюда докладывать C4. Вот, сейчас покажу, как это будет. Ложишь, типа, сюда C4. А на него ложишь вот эту вот бомбу. Ну, а потом уже ложишь саму гирю. Она взрывается, типа, сильнее. Ну, взрывайся. Взрывайся. Еще раз, капризная. Ну, она как бы полетела настолько сильно, что прям капец. Зависит, куда она полетит, от того, как вы правильно положите мину. Если положить ее, допустим, как-то вот, блин... прям вот так, то она вполне полетит нормально. Сейчас покажу как. Вот. Она полетела нормально, хоть и рикошетилась, но ничего. Можно подкладывать C4 там. Такую бомбу можно подложить. Даже две. Как-то вот так вот, допустим, да, вот. И мину положить. А потом запульнуть. Бу-бух. Где она? Ну ладно. Ну, короче, суть вы поняли. Вот такая маленькая пушечка. Кто не понял, пересмотрите. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. А я погнал снимать новые видео. Не прощаемся. Но все равно прощаемся. Всем пока.